Сегодня у нас 9 мая. Сегодня я начинаю марафон, пусть не с 13-го. Но почему мне ждать, если я могу сейчас это сделать? Пришли в 19-ю школу, бегали только что. Идем выполнять кардио. Надя будет кардио выполнять, я буду просто делать подтягивания и делать пресс. Вот, все втроем бегаем. Да, Ричи? Вот это наш Ричик. Он тоже спортсмен. Да, спортсмен. Ой, Ричик. Подписывайтесь на наш канал. У нас есть Ричик. Сейчас сначала, наверное, поделаем подтягивания. Правда, подтягивания я делаю только с выбросом. Ну, то есть скачем. Да, да, так тоже можем. Сделала пока что 6 подтягиваний и 10. Всем привет! Сегодня уже как второй день мы продолжаем заниматься спортом. Сегодня с утра Надя меня вытащила на пробежку. Мы делали растяжку, пробежку с Ричардом. Мы опять гуляли. И сегодня вечером мы опять пойдем на пробежку. Также вечером потом поедем кататься на велосипедах. Ребята, всем привет! Сегодня уже 4-й день марафона, то есть 9-10 мая мы прям с Надей занимались с утра на пробежку, растяжку, пресс, подтягивания. Также вечером бег, пресс, растяжка. То есть 2 дня, наши дни были такие забитые по спорту, то есть сил вообще ни на что не хватало. Вчера, то есть 11 мая, мы решили взять перерыв, то есть отдохнуть, просто смотреть телевизор. Вчера мы катались на велосипеде утром и вечером с Надей по городу. Все равно какую-то тренировку мы хотели провести, не так уж просто, чтобы лежать и смотреть телевизор. Я вот думала о сигаретах, и вот вообще ни хрена не хочется. С утра я уже сегодня покаталась на велосипеде по городу, вечером я также пойду на пробежку, когда пойду с Ричардом гулять. Кирючи, вчера я пришла на вечернюю пробежку. Встретила знакомых. И мы бухнули. Да. То есть вчера моя утренняя пробежка удалась, но вечерняя нет. Я только качала руки и свой рот. Это странно прозвучало, но так и есть. То есть я пила вчера. Скурила я вчера 6 сигарет, не пила энергетиков, но хорошенько бухнула. На сегодня следующий день я не смогла пойти с утра на пробежку, так как мне пес не давал вообще спать. Тут что-то у меня на экране. Ладно. Но скоро я пойду уже на вечернюю пробежку. Поэтому встретимся позже. Всем привет! Я забыла уже, какой сегодня день марафона. Забываю вечерами доставать камеру и говорить о результатах. А вчера я поехала к Наде с другого конца города до другого конца города, чтобы пробежаться, сделать тренировку. И на обратном пути я также поехала на велосипеде с другого конца города до другого конца города. И я поставила себе цель, чтобы за определенное количество времени на самой большой скорости доехать на велосипеде домой. Мне удалось превысить планку до 20 минут, то есть с другого конца, до другого, да, может, Нижнекамск маленький город, для меня это покажется странно, то, что за 20 минут, мне кажется, очень много можно проехать. Но так как я давно не подготавливалась физически, для меня это уже какое-то определенное достижение, потому что давно я не занималась подобной штукой, подобными тренировками. Вчера я, когда поехала к Наде, она мне нашла такой необычный энергетик, драйв красного цвета. Сегодня уже, так как другой день, скурила я 2 сигареты, энергетиков еще не пила, и со вчерашнего дня я ничего не ела. В общем, сейчас я пришла уже после колледжа, я уже переоделась. Сейчас я возьму Ричарда с собой и пойду на пробежку. Камеру я с собой брать не буду, потому что, скорее всего, будет дождь. Сейчас я покажу облако, чтобы вы мне верили. То есть, вот такое вот небо. Мне очень хочется мучиться. Мне обманывать вас незачем. Кирючи. Не стала одеваться. Только что, у нас сегодня ко второй паре. Я встала сегодня в 4:30 и пошла с Ричардом гулять и пробежалась. Делала тренировку с утра. С собой взяла в колледж картошку, рыбу, огурцы. Мало снимаю, потому что у меня проблемы с флешкой. И я в основном только показываю, ну, рассказываю. И когда я оставлю, допустим, больше минуты, допустим, оставлю камеру на съемку, то у меня ошибка происходит. Вот, поэтому я только говорю о событиях. Мы взяли такой сок, то есть я взяла не энергетик, а вот эту штуку. Надя сегодня остается у меня, и завтра с утра мы пойдем на пробежку.
Всем привет! И сегодня уже следующий день, то есть сегодня уже 16 мая. Заниматься мы начали 9 мая, прошла уже, получается, ровно неделя. Даже уже пошел сегодня 8 день. То есть неделю я очень хорошо позанималась, соблюдала немного правильного питания, хотя раньше во втором, то есть марафоне, я ела все подряд. Но на следующей неделе я уже постараюсь купить флешку, и я вам покажу реально, насколько я изменилась, свой результат тела, пресса и так далее. То есть, и обязательно буду показывать уже процесс снимать, потому что, ну, вот то, что я сейчас была больно на камеру, я просто уверена, что многие, конечно же, не поверят этому, потому что я просто была больно тут на камеру и иду, типа, бегать. Но на самом деле не типа, на самом деле я иду бегать. Мне врать незачем, я не пиздоболка. Я считаю даже то, что от этого третьего, то есть марафона, от этого третьего видео у меня будет больше. Но еще вот проблема есть в одном, то, что у меня начинается уже сессия следующей недели. Так как я немного слишком сильно берусь теперь физическую нагрузку на тело. Сегодня у меня свело прям вот... В общем, сегодня так как у меня отдых, сегодня я собираюсь выпить. То есть вот, клянусь, скурила, я от себя сегодня в шоке, и я даже не хочу курить. Я сегодня скурила 2 сигареты, и я просто в шоке. Ни хрена не хочется, и... Ну, я уверена, что мы сейчас будем пить, и я буду очень много курить. Но так как у меня сегодня отдых, я хочу действительно расслабиться. Так как я не снимаю влог, я бы хотела передать подписчикам... Здесь это, в этом марафонском видео. На данный момент, как известно вам, то, что у меня проблемы с флешкой, поэтому я не снимаю влоги. Очень грустно, такое ощущение, будто я без руки хожу. Хочется снимать, но я, кроме как сесть и поболтать, и рассказать о событиях дня, ничего не могу. В общем, я уже сказала все, что могла. У меня такие маленькие, оказывается, глазки, а так, наверное, вообще еще меньше, да? Я дико извиняюсь за то, что так получилось. Мне самой как-то очень не по себе, но я сказала вам, покажу обязательно результат в следующем видео. Так что с вами была я, Диана. Никогда не сдавайтесь. Все равно какая-нибудь демотивация к вам придет. Если вы даже на данный момент ничего не хотите, если у вас не получается бросить курить, но вы хотите заняться спортом, тогда все равно курите, но занимайтесь спортом. Это, по крайней мере, лучше. А со временем вам уже самим не захочется курить, так как вы увидите результат на своем теле. И то, что вам намного легче будет ходить. Вот я сейчас хожу, бегу, и никакой одышки уже нет. Еще раз с вами была я. Так что подпишитесь, пожалуйста, на мой канал.